Спецтарифы на авиарейс Санкт-Петербург на Ринмар Санкт-Петербург могут быть восстановлены. Обращение с просьбой включить этот маршрут в перечень субсидированных глава Ненецкого округа Игорь Кошин направил в адрес министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова. На территории округа граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие их лицам, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида, имеют возможность воспользоваться специальными льготными тарифами на приобретение авиабилетов по маршруту Наринмар-Москва-Наринмар, который распространяется на рейсы авиакомпании «ЮТЭЙР». После подписания соглашения между Управлением строительства и ЖКХ «НАО» и «ЮТЭЙР Экспресс» начнется продажа билетов на рейсы эконом-класса в направлениях городов Архангельск, Усинск, Сыктывкар и Киров из Наринмара, а также Архангельск в поселок Амдерма и в обратном направлении. Воспользоваться льготой смогут граждане в возрасте до 23 лет включительно, женщины в возрасте свыше 50 лет и мужчины в возрасте свыше 55 лет.